Ну, администрация города вышла с предложением, чтобы мы сами разработали дизайн и согласовали с главой города, с Василием Николаевичем. Мы эту задачу выполнили, но старались в кратчайшие сроки. Почему? Потому что вы понимаете прекрасно, с 1 сентября студенты придут в институт, и если мы до 1 сентября не успеем сделать, грязь, то есть это не очень удобно будет для студентов добираться в институт.